Это снова я. Я чувствую себя хуже. Боюсь, сыворотка не работает. И со временем я стану одним из них. Месяц назад у меня был день рождения. Родители хотели навестить меня, но я им отказал. Вы передадите им от меня весточку. Но не могу же я тебя подвести, правда? Сеть в лаборатории еще должна работать. Все, что вам нужно, это отправить короткое сообщение с моего компьютера.
Я так давно последний раз говорил родителям, что люблю их. Спасибо.